Праздники веселые и разные, в нашей бурной жизни гости частые. В мае, ноябре и январе красных дней полно в календаре. Только этот праздник свой у каждого, нет на свете праздника столь важного, потому что он, увы, всегда нам напоминает про года. Праздник сегодняшний день, 4 декабря. Мы знаем, что еще один именинник есть в вашем зале, которого зовут Евгений Пампера. Мы вас просим на сцену. Аплодисменты! Аплодисменты. Жень, неожиданно, да? Неожиданно. Неожиданно для нас тоже. Как ты думаешь, от кого это сюрприз и поздравление для тебя? Если примарь позвонил, значит, как ты думаешь, от кого? Способен ли наш примарь, дорогой, на такие сюрпризы? Да, он для всех всегда делает приятные сюрпризы. Аплодисменты, конечно же, это говорил Шипа от Алексея Ларионовича. Это тебе подарочек от него. И, конечно же, пожелания самые лучшие, самые искренние, самые теплые. Конечно же, здоровья тебе, богатырского, крепкого, радости в твоей семье, любви, воображения, уважения, благополучия, мирного неба, конечно же, и всего самого-самого наилучшего от Алексея Ларионовича специально для тебя в этот праздник. Твой неожиданный, но очень приятный сюрприз. И еще музыкальная композиция тоже для нашего именинника. Yeah.
Конечно же, как он говорит, ложь кидает в жар. От этого сюрприза хотели бы предоставить тебе слово благодарности для твоего шефа. Добрый всем день, всех с праздником. Это было настолько неожиданно, что я, как говорится, как жар кинул. Я думал, что будут какие-то проблемы с аппаратурой, но получилось, что вызвали на сцену. Да, приятные. Большое всем спасибо, Алексей Владимирович, вам особенно. Хотел сказать, что уважение у меня присутствует к вам, ко всему тому, что вы делаете для нас, для села, для, в особенности для меня, для работников. Большое спасибо, я Руминевич. Спасибо большое, аплодисменты еще раз нашим именинникам. Еще раз, с днем рождения! Огромное. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы надеемся, что мы внесли нотку маленькую в ваш концерт. Извините, что мы вас побеспокоили, нотку радости, веселья. Желаю вам хорошего настроения, хорошего здоровья и мирного неба. Хорошего дня вам. Спасибо.